5, 4, 3, 2, 1, старт. Итак, гранд старт. Второй среди участников. На первом мосте старт имел Кривостоев Андрей. Работает в мире весом по 15 кг. В уравнении вот. На втором мосте Заборская Вероника. Работает в управлении рывок в зире весом 12 кг. Напоминаю, что все участники стоят 30 минут. Беревой полумарафон. На третьем мосте выступает заслуженный мастер спорта, 12-кратный чемпион мира, 17-кратный чемпион России по деревянному спорту Денисов Иван. Рекордсмен России, Европы и мира в упражнении толчок, толчок по длинному циклу, упражнение рывок. Работает в зире весом 32 кг. Единственный участник, который сегодня с таким весом работает в упражнении по длинному циклу. И на первом матче рядом с ним выступает Геркач Павел из зири весом 15 кг, толчок по длинному циклу. Решил перевести для себя новое упражнение. Позвольте поработать. На данном матче в зири весом 24 кг старт идет по силам Евгений. Кандидат мастера спорта. Прошло 2 минуты. Для меня они все довольно быстро, не знаю, как для участников. Очень хорошей динамики работают участники. Посмотрим, что будет с ними через 15 минут. Вообще упор нашли, ровно.
нам уже прошло больше 10 минут. Работают спортсмены. Практически половину времени отработали спортсмены. И мы видим, что у них уже есть силы, они в хорошей динамике продолжают качать разные весаки. Поэтому кажется, что происходит довольно легко и спокойно. Но на самом деле это не так просто. Особенно в такое длительное время работать в таком серьезном темпе и достаточно тяжелыми весами. Прошло 15 минут. Поэтому желающие, болельщики, зрители, если кто-то хочет, я попробую здесь, приходите в секцию гиревого спорта на стадион Елисеевский. Thank you.
еще 20 минут. Как по мне, так время выходит. Не знаю, как выпечка в мире. После выступления против у них. Минут прошло, 12 минут остается работать, достаточно много. Это работает. Thank you.
Вань, надо добавлять второй. Дыши только. Нашего полумарафона. Дня победы. Давай, 5 минут осталось, терпи. Осталось. Дыши. Ты не дышишь нифига. Разговаривай. Попей. Ваня так-то, блин, закрытыми глазами. Давай. Я прям чувствую прилив силы. Светлого ему надо. Самогон.
Давай. Покойника подыши и дорви. Давай, надо, надо, надо работать, надо, осталось надо, 3,5. Три с половиной. Это вообще ничего. Давай. 3,5 минуты остается работать. Видите, как вы хотите с метром разгоняться. Ручки чаще меняй. 5 раз вырвало, поменяло. Давай, Вань, надо работать. 3 минутки осталось, поработать, потерпеть. Остается 3 минуты работать. Всего минус 9. Хорошо. Вань, всего минус 9. Если есть силы, то можно. Если нет, то так. Давай, 400, надо. Работай до конца, надо поработать, надо. Ускориться, надо. 120 подъемов. Давай, хорошо. 2,5 минуты осталось. Надо помочь Денису Пыва. Тринадцатикратный чемпион мира, 17-кратный чемпион России по боевому спорту. Давай, надо работать, надо. Самое тяжелое, что можно взять. Воду дисциплина. На четвертом мостике выступает. Давай, Ника, 2 минуты всего, 2. Чуть-чуть осталось. Давай, 2 минуты, все, пошел, работать надо. Ваня, добавлять надо. Давай. Выступает Панфилов Евгений, бензин 24 килограмма. Хорошо. Сразу толчок. Давай, не стой, работай, надо сразу работать. Хорошо! Сразу, во! Рекорд мира в онлайн-кубке. Отлично, давай! 402 подъема, и мы видим, как и вам приближается. Давай, работай, надо, Ваня, надо, работай! Сколько минут рекорд? Давай. 402. Хорошо, ускорься, еще, надо, все! Ваня, осталась 1 минутка! Молодец, Николай! Все, рекорд. Давай, еще. Давай, минута целая. Ваня, давай. Десятку надо. Все, перебрасывай. Все, последняя пошла. Все, ускорься. Последняя минута. Давайте поддержим. Терпи, Ника. Работа пошла. Давай. Уже ничего не чувствуют, не усталости, не более мысленно. Работай. Будь заветную цифру в 30 минут. Многие. Давай. 10. Давай, еще надо, Ваня. Надо поработать, надо. Давай, Ника. Хорошо. 12. Давай, работай. 30 секунд. Хорошо, давай. Продолжаем бороться до конца. Давай, не стой уже. 20 секунд. Давай, осталось чуть-чуть. Давай, до конца. Давай, 15 секунд. 10 секунд. Давай. 9. 6. 5. 420. 3. 2. 1. 21. Полумарафон в различных дисциплинах. Снят рекорд мира, снят лист рекорда на движении.